Друзья, всем привет! Находимся у нашего уважаемого заказчика, который приобрел несколько навесок под работу для себя. Планируются работы по установке гидравлического мульчера Сират, модель Кобизал МФ3. Мульчер на подвижных молотках. Ставить будем на японский погрузчик Такиучи. Марка погрузчика ТЛ-8Р. Максимальный поток, который может выдать погрузчик, 130 литров в минуту. Это больше, чем достаточно, чтобы работать с нашим гидравлическим мульчером, который работает от 70-75 литров в минуту. В ближайшее время придет с завода еще один мульчер на смену, немножко под другие задачи, который будет на ДРР резцах. Тоже покажем, как все это выглядит. Будем снимать, наверное, через неделю обзор работы данной машины, потому что уже есть заказы от клиентов на расчистку. На сегодняшний день вся техника у дилеров и дистрибьюторов пропала совершенно. Такиучи у нас собирается в Японии, соответственно, все поставки прекращены. Второй этаж у нас еще в процессе работы. Сейчас в процессе работы по интеграции лебедки на данный мини-погрузчик. Уже установлены крепления под нее. Сварена вот такая конструкция. Поэтому на машине будет установлена лебедка в ближайшее время. Внешний вид. Так открывается. Такая красота. Такой вид из кабины открывается у оператора. Очень удобная посадка. Младшая модель в линейке данного производителя. Восьмерка. Далее у нас еще идет десятка, 12-я модель. Кстати, на этой машине будем устанавливать измельчитель пней DipperFox, когда придет. Покажем, как эта спарка работает. Еще раз повторюсь, все навесное оборудование у нас находится в наличии на складе в Нижнем Новгороде. В Новгороде это всевозможные рубительные машины, измельчители, фрезы, ротоваторы, мульчеры. Поэтому, если есть задачи по расчистке от древесно-кустарниковой растительности, обращайтесь, с радостью приедем, установим все на ваши машины, запустим в работу. Все, всем хорошего дня, до новых эфиров, пока-пока.